інші люди переживали справження і руйнування мрій сотень учасників, від ранку спостерігав ось цей хлопець. Сам він на X-Factor прийшов потайки від сім'ї. Адже рідний батько Давида геть нічого не хоче чути про синове захоплення співом. По-перше, він воєнний чоловік, во-перше. Во-вторых, він мене армянин. А всі армяни, вони строгі. Говорить, ти не вмієш петь, це не твоє, це не мужське діло. У нас навіть роздори з мужем із-за цього пення були сильні. Тому що папа требує постійно, щоб він в міліцію йшов в ГАІ. А я сказала, щоб він був півцом. Це у нього від Бога, це дар йому дам. Я хочу, щоб для нього це був сюрприз такий, щоб він зрозумів, включив канал СТБ і побачив, що ну, да, мій син може це. Рада бачити вас. Здравствуйте. Ой, Боже мой. Это первый мужчина, который поцеловал мне руку. Как папу зовут? Миша. Михаил? Мисак Гигамович. Мисак Гигамович. Знаете, вы уже сделали очень большое дело. Вы воспитали абсолютно интеллигентного мужчину. Я хочу, чтобы вы им гордились. Да, папа. Смотри. Все, я понял. Не подведу, буду стараться. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Вы, наверное, родились в музыкальной семье, раз решили попробовать себя в X-Factor? Нет, я родился в милицейской семье. У меня папа милиционер. О, у меня тоже папа был милиционер. Да, замечательно. Приятно. Он поет? Какой поет? Он когда-то стоял на дороге палочкой махал. Ну, а дома-то, когда собираетесь на праздники, под водочку, как без этого? Нет, нет, он никогда не поет, и он... Наоборот, против, чтобы я занимался вокалом, он говорит, что это не мужское дело, и этим нельзя заработать на семью. А палочкой можно, значит? Ну, наверное. Что вы нам споете? Свою самую любимую композицию «Памяти Карузо». Ну, давайте «Памяти Карузо». E tira forte il vento sulle righe di razza davanti al fondo di sorriento. No braccio ragazza doppia caveva pianto, poi si cerischi la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene, ma tanto, tanto vera fa. E voi ему забороняєте співати? E una con te ormai. Che gioia, sangue, tinto sai. Terza delirità, dolce trama in falso, ti fa scordare la parola con foto no pensieri. Un abbraccio ragazzo, doppia cavea pianto, poi si cerischi la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai, che scioglio salve di
Невже ви не бачите, що палац спорту аплодує вашому сину його таланту стоячи? Спасибо. Да, Давид. Нельзя тебе в милицию. Очень сильное выступление, очень яркое, эмоциональное, на подъеме, с чувством невероятным. Мне понравились ваши жесты, вот эти вот, и глаза ваши излучали такой потрясающий свет, и были аплодисменты зала. Было прекрасное исполнение этой композиции. Я говорю «да». Спасибо. Потрясающе. Что у вас есть сказать, коллеги? Я скажу неприємну річ. Скільки років твоєму батьку? 50. Ми майже ровесники з ним, тому я можу сказати наступне. Твій папа не дуже розбирається, яка робота є чоловічою, а яка ні. І хай він не ображається. Спасибо. Тому що його син зараз довів, що він син Давид. Дуже талановитий. Спасибі тобі за цю пісню. Спасибо. Да, соглашусь с Игорем Кондратюковым. Перед нами стоит пример того, что иногда можно и нужно спорить со своими родителями. Да! Спасибо. Вы зря надеетесь, что пройдете дальше так просто. Ни в коем случае. Только под бурные аплодисменты этой аудитории! Я говорю вам «да». У вас 4 «да». Спасибо. До новой встречи. Спасибо большое. До свидания. Давид, какая ты умница. Какой ты молодец просто. Горжусь тобой. Спасибо. Просто... Видишь, что мы сказали папе? Да. Все да. Правильно. Все, спасибо. Ты умница. Да. Папа, я талант. Все. До встречи в лагере.